Обращение Майя-Санду к 5 кандидатам о том, чтобы подписать, договориться о совместных усилиях по недопущению фальсификации на выборах 1 ноября. Вы не согласились, насколько я помню, подписать такую декларацию. Да. Что значит не согласился подписать? Потому что я вообще не подписываю бумаги. Я уже привык, что люди подписывают бумаги, и потом на второй день их не соблюдают. Я не про бумаги говорю, я говорю про действия. Зачем нам бумаги нужны? Так вы будете проводить единые действия вот у вас, на всех избирательных участках? Думаете, вот понимаете, пиаром нужно заниматься, я не занимаюсь. Вы считаете, пиаром. Что это просто пиар? Обращение Майя-Санду – это пиар? Я считаю, я говорю сейчас не про Майю-Санду и не про других. Я считаю, что пиаром нельзя заниматься. Вот в трудные времена для нашей страны не пиаром нужно заниматься. Нужно заниматься тем, что вот, конкретные действия делать. Конкретные действия. Я обратился в суд. Конкретные действия. Наши люди на местах принимают решения. Конкретные действия по недопущению фальсификации. По недопущению, да. Вот это как конкретно? В каждых избирательных участках иметь по одному, по два, по три наблюдатели. Иметь, потому что мы парламентская партия, чтобы иметь наших представителей там. Вот это конкретные действия, да? Я вас тороплю, потому что надо ходить на рекламу. Призыв я делал еще давным-давно, перед тем, как Майя-Санду призывала подписать бумаги. Так я не понимаю, дело в чем? В том, что не подписаны бумаги, или в том, что мы делаем или не делаем, понимаете? Вот в чем разница.